24 по 26 мая в Крыму состоялся первый совместный ралли-рейд двух стран – Украины и России. Большая гонка прошла на высоких скоростях и собрала под свои знамена наиболее именитых спортсменов в этой дисциплине. Гонки одновременно являются вторым этапом чемпионата Украины и третьим этапом чемпионата России по ралли-рейдам. От ралли традиционного ралли-рейд отличается сложностью трассы, и главной изюминкой гонщики не имеют возможности предварительно с ней ознакомиться. Участники гонки преодолели более 800 километров трассы, проходящей в разных регионах Крыма. По мнению спортсменов, трасса была достаточно сложной, что требовало профессиональной подготовки и опыта. Однако этот фактор является важным составляющим по-настоящему интересного соревнования. На протяжении гонки было зафиксировано несколько случаев поломки автомобилей, в результате чего 10 команд сошли с дистанции. Как чувствуете себя? Очень болят руки. 120 километров без гидроусилителя – это как на тракторе. Это очень плохо. А силы еще есть? Силы есть всегда, но я не знаю, сколько их осталось. А какой день был сложнее, сегодня или вчера? Вы знаете, для меня был сложнее вчера, потому что я первый раз в Крыму, и характер покрытия не свойственно всем остальным гонкам. Очень много камней, вот, поэтому я вчера очень берег машину, но тем не менее одно колесо не сберег. Колеса, конечно, здесь это расходный материал. Мы побили все рекорды. Я использовал здесь такое количество колес, за весь прошлый сезон не уходило все это. Всего в гонках принимают участие полсотни экипажей. Есть среди них и именитые спортсмены, участники чемпионатов мира и Европы, представляющие такие звездные команды, как Force Motorsport, North Time, NPR и Auto Life Racing Team. Организатором соревнований является Автомобильная федерация Украины. На торжественное открытие гонок в Симферополь прибыл президент федерации Виктор Янукович-младший. В этом году он не участвует в ралли-рейде, однако вообще не приехать на гонку он не мог. Я сегодня был на полном прологе. Посмотрел пролог от начала до конца. Конечно же, внутри все переворачивается. Конечно же, хочется тоже поехать. Но в этом году решили сделать перерыв. На самом деле очень много работы. С одной стороны, с другой стороны. Смотрим за тенденциями в ралли-рейдах. Может быть, на следующий год получится выехать. Приходят новые люди в спорт. Это самое главное достижение, то, что спорт развивается, и он не есть каким-то закрытым клубом для избранных. Едут много людей, и, так сказать, двери открыты. Даже если не считать разминочного пролога длиной всего в 3 километра, плотность борьбы на трассе Бахи-Крым не могла не впечатлять. После первого полноценного боевого дня, а это почти 3 сотни километров скоростного участка и 2 сотни дорожной секции, в зачете чемпионата Украины пара лидеров экипажа Владимира Васильева и Виталия Евтехова, а также Богдана Новицкого и Романа Полищука, находилась друг от друга всего в 11 минутах. Еще плотнее было в международном зачете. В те самые 11 минут втиснулась вся первая четверка, которую как раз и замыкал Богдан Новицкий. Нужно отметить, что дистанция субботней части гонки была скорее более требовательной к скорости и мастерству экипажей, нежели к выносливости техники. Однако именно в субботу по техническим причинам выбыл один из основных фаворитов Бахи – экипаж Бориса Гадасина. Что же тогда стоило ждать от воскресной программы ралли-рейдов, которая, по словам организаторов, должна была стать по-настоящему изнурительным испытанием холмами и обрывами? Увы, но именно надежность техники решила исход борьбы за призовые места в гонке. Гонка сложная? Мега сложная. Как соперники с России? Ну, как все равно в сете. На них стоит равняться. Ну, и вы же не подкачали.
Естественно, не подкачали. Мы не подкачали, техника не подкачала. Есть над чем работать? Я думаю, что да. Полностью пройти дистанцию заключительного дня так и не смог экипаж Александра Желудова и Андрея Рудницкого, занимавший после первого дня третью строку в протоколе международного зачета. А всего за 10 километров до финиша сломался автомобиль и лидирующих на протяжении всей гонки Васильева и Евтехов. В результате победителем в международном зачете стал экипаж Руслана Мисикова и Константина Жильцова, на 7 минут опередившие Богдана Новицкого и Романа Полищука, которые в свою очередь выиграли 13 минут у Виктора и Анатолия Воликова. Что же касается зачета чемпионата Украины, то в нем выпущенный из рук Васильева и Евтехова победное знамя подхватил победитель херсонской гонки экипаж Новицкого. Причем подхватил более чем убедительно, ведь финишировавший вторым Николай Кузнецов проиграл лидеру сезона более 2 часов. Ну, после финиша ощущение всегда позитивное. А? Да нет, у меня нет воды со льдом, Вова. Что, уже растаяло? Да вот. Все хорошо. Всегда после финиша, если финишировал на целом автомобиле, всегда впечатление хорошее. Есть что анализировать, думать хочу. Да, конечно, есть. Учиться нужно. Mm-hmm.